Ну и к другим темам. Сегодня больные с хронической почечной недостаточностью собрались на центральной площади Махачкалы. Группа граждан, которые нуждаются в процедуре гемодиализа, выразили беспокойство тем, что, возможно, закончатся расходные материалы и прекратится их лечение. Однако Минздрав Дагестана уверяет, что оснований для подобных опасений нет. С людьми встретился главврач республиканской клинической больницы Ибрагим Магомедов. Люди обеспокоены тем, что медикаменты заканчиваются, пришли ко мне. Мы с ним разговаривали, но они оказались здесь. Вопрос, в принципе, решен. Опять же, решен в долг. Препараты мы получим, и гемодиализ сегодня будет проведен. Никаких проблем с этим сейчас нет. Чтобы не допустить дефицита в препаратах в связи с увеличением числа больных, проходящих регулярные процедуры гемодиализа, в республиканской клинической больнице дополнительно закуплены расходные материалы. Всего на сумму 2,5 миллиона рублей. Отмечу, сейчас на регулярных процедурах гемодиализа находится 380 жителей нашей республики. Из них в РКБ 170 человек. Каждый из них нуждается примерно в 125 сеансах в год. Всего же в республике сейчас 5 центров гемодиализа, 2 в Махачкале и по одному в Хасавюрте, Дербенте и Кизляре. Предполагается, что в ближайшее время в Дагестане создадут дополнительные гемодиализные центры.